Франции не нужна новая холодная война между Европой и Россией. Об этом на съезде своих сторонников заявил бывший президент Пятой Республики, а ныне лидер оппозиционной партии «Союз за народное движение». По словам Николя Саркози, урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическим путем. Что касается воссоединения Крыма с Россией, то Саркози предложил европейским политикам признать это свершившимся фактом. Крым сделал выбор в пользу России, и мы должны уважать это решение. Я не понимаю, почему некоторые из нас защищают Косово и при этом теперь обвиняют господина Путина. Что касается Украины, то она должна остаться мостом между Европой и Россией. Украине не место в Европейском Союзе.